Под оледеневшей поверхностью Северного полюса кроется неиссякаемое богатство. Это энергоресурсы, полезные ископаемые, огромное количество рыбы и бескрайние леса. Благодаря суровым холодам эти ресурсы прекрасно сохранились. Человечество с каждым днем все активнее, и ресурсы пробиваются на поверхность. Освоение ресурсов Северного полюса, споры и сотрудничество еще продолжаются. С началом золотой лихорадки Аляска распрощалась с пустынностью и вошла в эпоху разгара. До сегодняшнего дня в Аляске и соседнем канадском регионе, Юконе, золотодобыча по-прежнему является весьма оживленным промыслом. My name's Justin Miller, and I'm a third generation gold miner. My family's been mining in the Klondike since 1974, and my family's been in the Klondike since 1954, when my grandparents came up here for a honeymoon, and, well, they stayed. They enjoyed it here. My grandfather started mining in 1974 because the gold price was deregulated by Nixon in 1974, basically. It went from $35 an ounce to $300 an ounce. So there was another small gold rush that happened here in the Klondike. Well, from when my grandfather was working till now, it's pretty much the same idea. Ever since the dredges were working here, it's been the same idea. Water, gravity, and agitation were just professional dirt washers, really. That's what we do. Leaving some gravel behind. Basically, there's about 80 to 90 active placer mines out here, ranging in size from one person to up to about 30 people working for any given mine site. Pretty small scale. Most mines are self-sufficient with just one person. Gold mining is still the main industry here. Разведка океанов мира намного опередила Северный Ледовитый океан. С 2001 года Международный орган по морскому дну утвердил около 30 заявлений на международную разведку морского дна. Разведка ресурсов морского дна постепенно становится более развитой. При этом также наблюдается прогресс в разведке и освоении арктического региона. Вслед за прогрессом разведывательной техники и горного дела за полярным кругом было обнаружено несколько зон концентрации полезных ископаемых, включая золотые прииски Аляски и территории Юкона, алмазы, медь и железо северо-западных территорий Канады, редкоземельные металлы и урановая руда Гренландии, алмазы российского региона Восточной Сибири, а также никелевая и железная руда северной части Северной Европы. Небольшой шведский городок Кируна находится в 150 километрах от полярного круга. Бурые горы и чистый белый снег оттеняют разноцветные дома. Под пестрыми цветами прячется большая железная руда мирового уровня. Годовой объем производства железнорудного концентрата и окатышей у самого большого в этой местности предприятия по добыче железной руды составляет 19 миллионов тонн, что служит опорой для этого города. А предприятие вносит самый выдающийся вклад в шведскую экономику. Железная руда Кируны сначала перевозится по железной дороге до норвежского морского порта Нарвика. Затем погружается на судно и морским путем идет в китайский порт Ляньюнган, где переплавляется в сталь. На улице невероятно холодно, но дома жители Кируны носят одежду с коротким рукавом.
Играющие дети заставляют забыть о суровом холоде и безлюдности промышленных кварталов города. It's not a problem, you get a new house, but it's a lot of work, all the build and remove and move. I want to stay at same place. Разработка железной руды в Кируне идет круглый год. Землю постоянно выкапывают, а при обратной засыпке сложно поддержать вес города. Фундаменты зданий плывут. В результате городу скоро придется переехать на другое место за 40 километров отсюда. It's sad, but it's also the thing is gonna have to happen because if we don't move the town, we have to close the mine. We are dependent on the mine. Через почти 100 лет добычи глубина железного рудника уже дошла до более 2000 метров под землей, и он по-прежнему обладает большим потенциалом освоения. In a year they're gonna be teared down. So these houses they're not gonna move, they're just gonna tear them down and use the material as for other houses. Кируна, как город, тесно связанный с железным рудником, уже переезжал два раза. Сейчас Кируну ждет третий переезд в полном объеме. Строительно-проектировочная компания White создала для переселения проект. Новое место – расположение у подножия горы в северо-западном направлении. Весь процесс займет более 40 лет. One of the main challenges lies, how do you move a city, its identity and its citizens. So it's not all about relocating buildings, it's also about the people and the culture and the life. And we have different strategies for that. And one is a platform we call the portal, which is actually the meeting place and the logistic center for reclaiming and reusing all of the existing materials. They're gonna build it like a regular Swedish town. I don't think it's gonna be a bad thing. I think it's gonna be a good thing for the city with this new opportunity. Clock tower. That's going to be a part of the new city hall. This is the old city hall, built in the 60s. I think it looks like a part of Kiruna. This tower, clock tower. We work as traffic planning for this big thing. It's not that much houses and much people to move, but it's more a culture and heart. I believe it's more in the heart than in the process. Полностью деревянную конструкцию, ранее считавшуюся самым красивым зданием Швеции, Кирунскую церковь, также ждет переезд. По проекту переноса города Кирунскую церковь разберут на части, затем обоснуют в другом месте и построят заново. Это возможность симбиоза для города железного рудника. Рудник продолжительно развивается, город получает большее развитие. Люди продолжают работать на железном руднике и продолжают соседствовать с друзьями в новом городе. От столицы Норвегии Осло до Лонгира лететь 3 часа. Даже сегодня этот самый северный город мира по-прежнему является далеким и незнакомым форпостом Северного полюса. Лонгир – административный центр архипелага Шпицберген. В 1300 километрах от Северного полюса. Невзгоды от добычи каменного угля в былые времена –
вобрал в себя городской памятник, стоящий на единственной главной улице города. Det at kulldriften nå under press og reduseres, det sånn i Norge at kulldrift ikke spesielt populært på grunn av miljøet. Så det vanskelig å drive en kullproduksjon som har et positivt sluttstrek eller altså regnskap. Город Лонгир называют самой северной в мире угольной столицей. Объем производства постепенно снижается, но разработка угольного месторождения по-прежнему идет в пригороде. Численность населения Лонгира составляет лишь 2000 человек. Среднее время проживания в городе 5 лет. Хотя некоторым полюбилось это место. Постоянных жителей здесь очень мало. Больше всего привыкли к местной среде белые медведи, которых больше даже, чем местного населения. Будучи вторым в мире по площади государством, Канада обладает самой длинной прибрежной линией и множеством арктических островов. Последние 15 лет Канада входила в тройку мировых лидеров по производству алмазов, полностью благодаря трем месторождениям алмазов на севере. На северо-западных территориях Канады из-за сурового холода морская поверхность покрывается льдом. Только грузовики могут доехать до шахты. Вертолет – единственный вид транспорта, который можно использовать круглый год. Рядом с шахтой зона, запрещенная для полетов, потому что над шахтой формируется огромная воздушная воронка, которая может засосать вертолет. Рабочие пробили самую большую в мире искусственную пещеру, чтобы выкопать из недр земли алмазы, сверкающие подобно льдинкам. Well, we are the largest diamond mine in Canada. We produce a very consistent quality of product. Огромный соблазн заставил шахтеров оставить земле глубокий шрам. Восточная Сибирь – мировой поставщик полюса холода. В этом регионе, который не относится к территории полярного круга, температура воздуха зимой опускается до 50 градусов ниже нуля. Экстремальная температура даже может доходить до минус 70 градусов, что намного ниже, чем на Северном полюсе. Якутск – здесь самый большой город. Более пятой части мировых запасов алмазов производится здесь. Алмазы, которые шлифуют местные мастера, украсили роскошные вечеринки в разных уголках мира. А эти изысканные и блестящие ископаемые, покидая эти искусные руки, больше к ним не имеют отношения. Арктические ресурсы скрывают в себе широкие перспективы. В датской Гренландии, возможно, будет вскрыт огромный ледяной покров. Богатые высококачественные редкоземельные минералы и урановая руда, залегающие под землей, привлекли внимание мира. Гренландцы путем голосования отменили указ о запрете на разработку урановой руды, энергоресурсы, редкоземельные и другие ценные металлы. Они принесут гренландской экономике большие возможности развития. Внутреннее тепло Земли – это энергия, которая исходит из недр. Исландия активнее всего использует тепло Земли. 90% исландцев греются при помощи теплоты Земли. Благодаря этим чистым и возобновляемым энергоресурсам, Исландия, эта, казалось бы, холодная страна, получила тепло. Буровая платформа – самая большая установка подавающая нефти и газа на морской поверхности Северного полюса. Подобно божеству из мифов Северной Европы, она вступает в бой с холодным ветром и морскими волнами. Этот морской гегемон – платформа, произведенная в китайском городе Янтай, китайской компанией обслуживания морских нефтяных месторождений «Косл». Она родилась в мягкой среде, но обладает морозостойким духом. Сегодня одна платформа покинет пристань и отправится на базу добычи нефти.
Сюйтян из производственного центра, начиная с одного чертежа и одного стального листа, лично прошел процесс зарождения и создания этого огромного оборудования. В этот раз он провожает взглядом платформу в далекие края и в следующий раз увидит ее, наверное, уже в какой-нибудь акватории Северного полюса. Set up with a Norwegian organization in Norway. We have 6 rigs altogether. 3 drilling rigs in Norway, all operating for Statoil, which is a Norwegian national oil company. And we have one that is one advanced drilling rig for the Arctic region that is now being completed in China. My name is Simon Harvey Gelseth. I'm working as a driller on Coastal Pioneer. And you're now inside my office, which is the driller's cabin. So this is where we control the drilling machine and the drill bits. Симон и Торгейр отвечают за управление самой центральной частью этой махины. Их взаимодействие подобно левой и правой руке. Торгейр передает буровую коронку, Симон опускает ее в море. We work very well together. Teamwork is very good, which is, I think, is most important and most rewarding. Is that we have a very good team around us. I know it. We have a daily rate of $300,000-$400,000 a day for the company to rent this rig. I know that if we drill a good well and we complete it and deliver it over to a platform which will produce, then they can get their monies back within months or maybe a year or two. And then they're still going to produce for maybe 20 years. Жена Торгейра с детьми приехала навестить мужа. У них достаточно времени на отдых. Даже можно дать детям попробовать подвигать неиспользуемые рычаги управления. В период загрузки буровая платформа может вмещать 400 работников, но сейчас здесь лишь несколько десятков человек. We hope that the oil prices will go up again, of course, and that we will be out drilling more wells or completing some wells. And sometimes we drill for new wells, but other times we just go and fix older wells. But with the prices, it's very difficult to predict what's going to happen, because everything happened so quickly now. It went from $110 and down to below 50 in just some few months. But we hope that it's coming back, so that it's more focused on drilling. We like that. В последующие несколько месяцев надежды Симона не реализовались. Цены на нефть не поднялись, а падали даже ниже $30. И обратной тенденции пока не предвидится. Симон и его напарники должны столкнуться, возможно, не только с постоянно меняющейся погодой, но и с ежегодным спадом экономики и международных цен на нефть. Оледеневшие богатства широко распространились по всему арктическому региону. Будучи участниками арктических вопросов, многие иностранные государства следят за освоением Северного полюса, включая Китай. 因为中国是个新兴经济体，现在是第二大经济体。我们主张中国的企业能本着这种合作、共赢、保护环境这个理念下，早一些、更加主动的。 积极参与到北极地区这个经济活动中，不仅仅是为企业发展，也更是为了国家、为了全世界。中国有这个力量。
Суровые природные условия делают очень трудным освоение Северного полюса, а споры по поводу прав на освоение ресурсов еще больше усложняют вопрос. В связи с потеплением климата и борьбой за рынок эти споры становятся все острее. Is Russian, which part is Norwegian. They need to know which part is American, which part is Canadian. The need for legal certainty is driven by the opening up of the Arctic as a result of the melting of the ice. Споры в основном направлены на морские глубины, где залегают запасы нефти. Потепление климата стремительно увеличивает возможность использования ресурсов и морских путей. Различные вопросы всплывают на поверхность. Если в экономике наступит потепление, цена на нефть снова поднимется, спрос на минеральное сырье увеличится, разработчики нефтегазовых месторождений обязательно перестанут занимать выжидательную позицию. С открытием все новых залежей различных ценных металлов проявится огромная экономическая ценность арктических ресурсов. Под толстым слоем льда некоторые арктические богатства будут обнаружены, некоторые вечно будут молчать. Политики очень умные, они тонко чувствуют, где их выгода. Они громко спорят и тем временем продолжают делать бизнес. Преследование выгоды – это природный инстинкт, но для защиты окружающей среды и продолжительного развития нужен разум. Можно предсказать, что в течение относительно долгого периода времени добыча и споры по арктическим ресурсам, особенно энергоресурсам и полезным ископаемым, еще продолжатся. В процессе освоения оставить потомкам чистый и безмятежный Северный полюс – это задача нынешнего поколения. На берегу озера Канас растет одна сибирская лиственница, которую называют царицей тайги. Она выше 30 метров, ее возраст больше 300 лет. Ее крепкий ствол не смогут обхватить и два взрослых человека. В самом низу ствола есть черное пятно. Это много лет назад бушевавшее пламя оставило свой отпечаток. Все живые существа на Земле самообновляются. Лес не исключение. Пламя поглотило грандиозный хвойный лес. И лишь довольно огнестойкая лиственница гмелина смогла выжить. На обнажившемся месте широколиственные и травяные растения тайги получили больше солнечного света и питания дождем и росой.
Когда широколиственные растения выросли, они стали препятствовать проникновению солнца, начав подавлять растущие снизу травянистые растения. Неторопливо стали всходить саженцы теневыносливых хвойных деревьев. Через несколько десятилетий они снова будут возвышаться над широколиственным лесом. Это начало цикла смены леса. Безбрежное лесное царство Канаса никогда не прекращало поддерживать свою цветущую жизненную силу в непрерывном самообновлении, обретая чудесный, словно бы райский вид. Наступила короткая осень. Канас стал еще более пестрым и оживленным. Число туристов резко увеличилось. Люди надеются до первого снега успеть сфотографировать прекрасные пейзажи, в лоне горы воды почувствовать все краски жизни. Европейские осины словно факелы алеют на склоне гор. Тянутся ввысь стройные березы, а их ярко-золотистые листья, покачиваясь на ветру, опускаются на землю Канаса. Густой лес окрашивается красками. Разноцветный лес, окруженный горами, окутан дымкой, струящейся в деревнях. Еще через лето сегодняшние быки и коровы станут бойкими и упитанными. Все это похоже на заговор. В течение года, когда занавес вот-вот опустится на все живое, наступает самая прекрасная пора жизни. Здесь река Канас извивается, будто бы новая луна, складываясь в перевернутую букву «С». Лунная бухта нежным изгибом и грациозной осанкой привлекает бескрайние мысли. Это залив спящего дракона. Отмель на русле реки напоминает лежащего на боку динозавра. А река Канас огибает его, будто бы боясь потревожить его сладкий сон.